Нынешняя неделя закончится для чебоксарцев не просто долгожданными выходными, а большим праздником – днем рождения города. О том, как столица будет отмечать, в средствах массовой информации говорят давно. О деталях основных мероприятий говорили сегодня и на планерке с главой республики. Учащенное сердцебиение, прилив крови ко всем мышцам, повышение тонуса организма и заряд бодрости на весь день. И все это прямо в центре города, на Красной площади. Так начнется 19 августа для тысячи чебоксарцев. В 9 утра стартует одно из самых массовых мероприятий праздника – зарядка со звездой. Той самой звездой станет российский актер Виктор Логинов. Кроме того, заряжаться с горожанами будут известные спортсмены и олимпийские чемпионы. Вероятно, пропустить такое грандиозное событие не смогут даже те, кто видел немало удивительного. Мы планируем участие не менее 15 тысяч горожан. И мы подали заявки на книгу рекордов Гиннесса. Я здесь хочу попросить руководителя министерств и ведомств активно принять участие. Также здесь будут разыгрываться призы. Самый юный спортсмен, самый взрослый участник, самая спортивная семья, самый дружный коллектив. Смотреть интересно будет не только на сцену, но и на небо. Планируется впервые приезд Чебоксара пилотажной группы «Первый полет». Четыре самолета серии «Як» прилетят к нам и покажут авиашоу на Красной площади на начало час 00. 18 августа, в день рождения любимого города, в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия». В 9 утра утренняя зарядка со звездой сериала «Счастливо вместе» Виктором Логиновым. 11 часов – детский праздник «Чебоксары. Город детства». 18 часов – грандиозный концерт звезд российской и чувашской эстрады. И завершит вечер фейерверк. Проведите праздник вместе с национальным телевидением «Чувашия».